Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова порадовала подписчиков своей фотосессией в необычном образе. На фото Алина предстает в наряде из бусин, расцветка которого напоминает чешую змей, а также в сапогах-ботфортах зеленого цвета. Мои эксперименты продолжаются. Я уже показывала вам небольшой бэкстейдж со съемки именно в этом образе, и вот, наконец, мне прислали фото. Очень непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится. Как думаете, для какого мероприятия подошел бы этот лук? Подписала фотосессию фигуристка. Также Алина Загитова записала новое видео. Спортсменка рассказала, кого собирается блокировать у себя в соцсетях. Кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, обзываться в чате, писать нелестные слова, выкладывать фотографии или видео не по теме чата, тех я буду блокировать. «Извините, ребята, но такие мои правила», — сказала Загитова в видео. Алина является чемпионкой АИ-2018 в женском одиночном катании, а также чемпионкой России, мира и Европы. Этим летом Алина Загитова выступит в шоу «Аленький цветочек», которое организовывает олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Загитова примерила костюм, в котором будет выступать. Ребят, смотрите, стоп, пришли на съемку. Мы будем выступать в Сочи парке с 1 августа по 31 августа. Поэтому приходите, уже билеты есть. Мы вас очень ждем.